чудо. Насколько это индивидуальное понятие для каждого из нас? Для одних это неожиданные приятные подарки, для других – шанс на свершение. Но не стоит забывать о тех, для кого увидеть мир, ощутить его глубину и полноту – уже открытие и большое счастье. Наряжая большую новогоднюю ель, вся семья Засимук загадывает лишь одно желание. Пусть маленькой Арине станет хотя бы немного лучше, чтобы она смогла радоваться веселым праздникам, так же, как и все дети. Поздравить девочку и ее семью приехали представители территориального центра социального обслуживания населения Московского района. Новый год – это светлый праздник. Все хотим, чтобы Новый год был лучше, чем предыдущий. Мы все верим в чудеса. Мы все верим, что наша Ариша поправится, что все будет хорошо. Ну, надеемся на лучшее. Семья Засимук не единственная в большом списке добродетелей москвичей. В преддверии Нового года и Рождества свои заветные подарки от специалистов территориального центра и партнеров получат несколько сотен мальчиков и девочек. Это нужная акция, это важная акция. И тем более для таких семей, тем более, что в этой семье дети, которые увидят Деда Мороза, Снегурочку, которые не только увидят их, но, естественно, они могут и показать свои возможности, свои умения в прозе или в стихотворении. И я уверен в том, что эта акция запомнится этим семьям. А вот волшебники, представители областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья традиционно в эти дни направляются по давно знакомому адресу – на улицу Гродненскую. Здесь добрую Снегурочку ожидают малыши – Артем, Егор и Даниил Хинич. Это многодетная семья, у них трое детей. Есть определенные проблемы со здоровьем, поэтому мы решили оказывать помощь этой семье. Коллектив откликнулся, поддержал эту инициативу руководителя, и мы как бы участвуем в этом. В гостях у семьи Хинич специалисты центра не впервые. Вместе с ребятами они уже отмечали дни рождения, встречали 1 сентября. Адресная помощь позволяет этой семье ощущать и понимать. Их не оставляют один на один со своим горем, а наоборот, помогают, опекают, заботятся о том, чтобы мальчики оставались такими же искренними, добрыми, открытыми. Нам очень приятно, что есть добрые люди на свете, которые оказывают нам поддержку, делают детям праздник. Они ждут этого праздника, поэтому приятно мне и детям вдвойне. Очень приятно. И спасибо огромное всем. Анастасия Ноздрин, Плотницкая, Эдуард Бакунович, Андрей Щербан, Лугов, телекомпания БУК-ТВ.